Страшная трагедия произошла в одной из актауских семей. По неизвестной причине с разницей в несколько часов в областной инфекционной больнице скончались 6-летняя девочка со своим 3-летним братом. Родственники уверены, что причиной смерти стала отрава для насекомых, пары которой исходили из соседней квартиры. Однако медики с этой версией не согласны. Кто виноват в случившемся, выясняли наши корреспонденты. Малика Тимуркаева с двумя детьми живет у брата. В тот злополучный день почти все члены большой семьи почувствовали резкое недомогание. Вызвали скорую. В больнице брату Малики, его жене и детям промыли желудки. Едва уладив все формальности, связанные с госпитализацией, Малика узнала, что и ее дети, оставшиеся дома, тоже отравились. Двоих детей 6 и 3 лет доставили в ту же больницу, однако после осмотра им назначили регидрон и через несколько часов отпустили домой, где им стало хуже. Приехали туда 26-й. В приемном покое где-то, наверное, минут 30-40 они занимались писаниной, оформлением. Заставляли взвешивать меня, моих детей, которые вообще не в состоянии даже пошевелиться. Дочери рост изменять. В итоге матери самой пришлось поднимать своих детей в реанимацию. К тому времени сын практически впал в кому. В его желудке обнаружили кровь, и он скончался. Буквально через 5 часов не стало и 6-летней Марьям. Если бы с первого микрорайона нас не отправили бы домой, оставили бы нас там под наблюдением, предприняли бы меры какие-то, детей бы сейчас, дети мои, со мной были бы. В управлении здравоохранения говорят, что со своей стороны сделали все необходимое. В первый раз выписали детей, поскольку наблюдение за подобными больными по инструкции не должно превышать 4 часов. Когда же дети поступили повторно, не помогли даже экстренные меры. Проводились интенсивно лечебные мероприятия, клиника, лабораторное обследование. Взяты все бактериологические посевы на дизентерийную группу. Проводили консультации токсиколога. Был проведен также консультация с МОП, с Магаставской областной больницы, кардиореаниматологом. Но в динамике у детей состояние ухудшилось, произошла остановка сердечно-сосудистой деятельности. По словам Малики Тимуркаевой, причиной отравления всей семьи стал непонятный запах, схожий с бытовым газом. Родственники считают, что источник находился в соседской квартире, где в тот день травили насекомых. У медиков на этот счет мнение иное. В управлении здравоохранения считают, что всему виной творог, который употребляла в пищу вся семья. Точку в этом споре можно будет поставить только после результатов исследования санитарных врачей, которые уже приступили к делу. Тимур Ермашев, Ирина Гончарова, Аманды Каманкулов, Информбюро, Актау.